критика Facebook, призывы сплотиться в борьбе с сексизмом и агрессией, обещание вкладывать миллионы евро в новые проекты. Такие выступления звучат в Лиссабоне на форуме технологических компаний под названием Web Summit. Это одна из крупнейших бизнес-конференций в Европе. Среди ее главных тем в этом году стало отношение к женщинам и проекты для женщин. Хотя теперь мы и не увидим тысячи людей на одной площадке, в воздухе реально ощущается энтузиазм и открытость для множества оригинальных идей. И вдобавок к этому впервые в истории 50,5% участников форума женщины. Ну же, это туристическая компания, которая базируется в Омане. Мы организуем отдых с развлечениями и путешествия для женщин, в том числе каякинг, турпоходы, поездки на велосипедах, все что угодно, воркшопы, занятия сельским хозяйством. Innate Mood – это нейробиологический проект. Программа для рефлексии, которая помогает нам развивать эмоциональную рассудительность посредством видеодневников. Так, например, если вы ощущаете отсутствие мотивации на работе, вы записываете видео об этом, а приложение покажет вам более раннюю запись, которую вы сохранили, когда ощущали себя совершенно иначе. Наш проект называется Кремар. Это первая платформа, позволяющая напрямую заказывать услуги кремации. Мы даем людям возможность превратить погребальный прах в мемориальные алмазы. Форум проходит при поддержке администрации Лиссабона, которую возглавляет бывший еврокомиссар по инновациям Карлос Маэдеш. Он продвигает идею создания площадки для стартапов «Фабрика единорогов» с многомиллионными инвестициями. Если мы не превращаем идею в продукт, мы не создаем рабочие места. Важно вот что. У нас есть люди с прекрасными идеями, изобретатели, но не каждое изобретение — это инновация. Инновация — это что-то и новое, и полезное. Форум Web Summit в Лиссабоне продлится до четверга. По данным организаторов, несмотря на пандемию, на нем зарегистрировались более 42 тысяч участников.